«Северный поток-2» – гибридное оружие, нацеленное против ЕС и НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в польском Сейме на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве. По его словам, «Северный поток-1» позволил России собрать средства для развития армии, а после – для агрессии против Украины и Грузии. Напомню, газопровод «Северный поток-2» будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. Противники проекта утверждают, что он увеличит зависимость Евросоюза от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов топлива в ЕС.